скажем спасибо с тобою не раз, да, за то, что делают для нас. Вот это, наверное, самое волшебное, самое хорошее слово. Спасибо. Так второклашки из 22-го Сочинского лицея учат добрые слова. За каких-то несколько минут они без труда вспомнили десятки выражений, которые помогают им быть вежливыми и заражать своей вежливостью окружающих. Вместе с учителями ребята сделали вот такие бумажные сердечки и на обратной стороне написали добрые слова, которые хотят подарить другим людям. Мы эти сердечки делали именно для этой акции, ну, чтобы делать людям добро и чтобы какое-нибудь счастье было, чтобы кто-нибудь из прохожих обрадовался, ну, счастью. Дарить, чтобы было всем хорошо, чтобы все радовались. Чтобы друг, например, другу подарил, он обрадовался. А в соседнем классе ребята постарше тоже делают добрые открытки, но уже в графическом редакторе. У шестиклассников и добрые слова совсем другие. Милашка, солнышко, печенька. Специально в интернете выбирали картинки, какие-нибудь добрые, симпатичные. Выбрали кроликов. Нелли Борисовна нам помогала настраивать все. Я буду дарить подругам, друзьям, людям просто прохожим. Ну, я написала, ну, милашка, там еще что-нибудь. Такие добрые, милые слова, которые будут приятны любому человеку. Часть открыток уже распечатали. В эти выходные, когда в Сочи будут праздновать День города, школьники вместе с родителями и учителями выйдут на улицы курорта и подарят свои поделки случайным прохожим. Такие качества, как доброта и вежливость, заразительны, уверены ребята. К слову, акция «Дарите добрые слова» – лишь небольшая часть масштабного городского проекта «Я люблю Сочи». Хартия действует на курорте уже около года. В лицее номер 22 ей посвящена целая фотогалерея. Каждый ученик на каждой фотографии чувствует свою сопричастность к какому-то проекту. Он погружается полностью в этот проект. И, по-моему, это стоит показать. И вот наша школа решила выразить это таким образом. Каждое мероприятие мы продолжаем пополнять нашу фотогалерею школы. И она становится все больше и больше с каждым годом. Фотоколлажи разбиты по тематикам в соответствии с каждым пунктом хартии «Я люблю Сочи». Одно из положений проекта звучит так. Я занимаюсь спортом, берегу здоровье, живу с удовольствием. К этому проекту мы подбирали фотографии с разных спортивных мероприятий, например, таких как с волейбольных соревнований, соревнованиям по плаванию, как мы на физкультуре качаем пресс и как мы на физкультуре отдыхаем. Признаться в любви родному городу школьники спешат и с помощью стихов собственного сочинения. А можно в парке Ривьера прогуляться, на черноморском дельфине покататься? А хотите в горы? Здесь близко. Или, к примеру, в парк Олимпийский. Туристов Сочи притягивает как магнит. И можно долго о нашем городе Сочи говорить. В любое время года он прекрасен. Скажите, кто со мной не согласен? Галина Захарова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.